Итак, на ремонте вот такой утюг фирмы Клатроник. Модель DB3329 с диагнозом не включается. Причем хозяйка сказала, что после того, как внутри что-то взорвалось. А это хороший знак. Когда так происходит, это, скорее всего, закоротило в кабеле. Судя по тому, что здесь нигде не видно, взорвалось, это значит, ну, серьезное замыкание было, и оно бы было видно черным. Раз здесь нету нигде, судя по цвету, то значит где-то в середине. Открывается вот здесь винт, но здесь сервисный винт, тройная звезда, даже не треугольник, а тройная звезда. У меня, по-моему, нет такой, есть треугольник, а тройной звезды нет. Поэтому берем обыкновенную плоскую тонкую отвертку, так ее там расклиниваем в этих звездочках, в лучах, подбираем. Если большая не подходит, меньшую, ну, короче, подбираем. Получилось подобрать, просто засовывается. Не всегда откручивается, все зависит от того, насколько плотно закручено. У меня получилось. Открываем. Ну и вот видно, здесь замкнуло вот в этом месте. Вот отгоревший провод, скорее всего. Ну и где-то он здесь, в том месте, где шарик туда-сюда крутился, и в этом месте он передавил. Значит, ремонт будет заключаться в том, что мы отрежем здесь кабель. В месте, где оно перегорело. Зачистим и поставим, отгоревшую часть уберем и подсоединим. Я думаю, что этот вопрос решится. Конечно, всякое бывает, может быть, это и не поможет, конечно. Но, судя по опыту, наверное, этого должно будет хватить. Откручиваем крепежи. Сейчас нужен инструмент для того, чтобы открутить фиксаторы. Нужно будет еще по возможности убрать сажу. По саже передается, может ток проходить по саже и где-то коротить, ну, во всяком случае, немного, и где-то что-то будет нагреваться. Ну вот как-то так, смотрите, получается, что нужно вот сюда вместо вот этих проводов, которые здесь остаются, закрутить отсюда. Сейчас этим и займемся. Я, наверное, чтобы было удобней заводить, попробую открутить саму фишку, если получится. Получилось. Фишка отсоединяется. Ну и все. У нас теперь доступ к проводам есть. Здесь на проводах клеммы. Ну, клеммы мы, конечно, так запоминаем, что с этой стороны, ну, тут обозначено, заземляющий самый левый, а сюда питание. Ну, собственно, приступаю к тому, что протру сажу и аккуратненько
расчехлю кабель и зачищу контакты. Думаю, что показывать тут вряд ли это нужно. Я думаю, вы каждый сам справится с этой задачей. Ну вот эти три кабеля. Но он все-таки отгорел. Нужно прозвонить. Не произошел ли обрыв где-то еще? Берем, расчехляем и прозваниваем. Все ли в порядке с самим проводом? Бывает, что может отгореть внутри, и тогда будет конфуз. Так, один прозванивается. Не понимаю. Вот он. Что-то с ним нехорошо происходит. А, не довключил, простите. Значит, не знаю, видно или нет, да. Нулевое. И здесь нулевое. Ну, собственно, и земля. Земля тоже целая. Ну, простите, не видно, может быть. Замыкаю. С этим нету. С этим есть. А теперь это с этим. И тоже есть. Ну, значит, все. С кабелем все в порядке. Что нужно сделать? Зачистить, подсоединить сюда, протираю и потом продолжу видео. Итак, продолжаем. Получается, что, ну, я вот сюда затаскиваю кабель и зажимаю. Зажимаю. Помним, что у нас заземление вот этот самый крайний, остальные без разницы в какой последовательности, так или так, для 220 вольт без разницы. Ну а заземление в заземление. Так, ну, теперь я подсоединил, сейчас включу розетку, проверим, что у нас получилось. Так, горит, видите, вот этот светодиодчик, начал шипеть немножко, горячий. Ну, собственно, отключился при уменьшении температуры, включился, значит, терморегулятор тоже работает, наверное, по свету это видно, да? Слышите? Ну, все. Нагревается быстро, все, ремонт произведен таким образом. Быстро, без специальных инструментов можно решить проблему, иногда сложно, ну, для некоторых, ну, вот, на самом деле, как кажется, сложно. Вот такой простой ремонт полностью восстановил утюг. Ну, тут уже подошву утюга нужно специальным средством наладить, а так утюг в хорошем состоянии. Подписывайтесь на канал. Такую и другую более сложную бытовую технику можно часто ремонтировать очень просто. Все это сможете увидеть на моем канале. Увидимся.